сказки. Я папус, любой прибор починятус. Я просто нолик. Два фиксик, три фиксик, четыре фиксик. Нолик, ну что ты там бормочешь? Я решил посчитать, сколько фиксиков поместится в прибор. Только я от этого еще больше проснулся. Ой, ну, и сколько у тебя поместилось? 3146 фиксиков и еще один маленький помогатор. А уснуть все равно не получается. А ты знаешь, есть у меня одна сказка. Как раз про фиксиков, которые жили в приборе. Ух ты, а что за сказка? Ну, слушай. Стоял на кухне чайник, просто чайник. И был он ни низок, ни высок. И вот однажды мимо шел папус на работу. Ух ты, какой красивый чайник. Вот бы в нем поселиться. Чайнике живет? Никто не отозвался. И тогда зашел папус в чайник и начал в нем жить. И тут мимо шла Мася и увидела чайник и тоже захотела в нем жить. Мася! Она же любит кухонные приборы! Вот именно, Нолик! Ух ты! Какой чайник! Живет. Я папус, любой прибор починятус. А ты кто? А я Мася, на все руки мастер. Можно я тоже буду в чайнике жить? Одному жить хорошо, а вдвоем лучше. Заходи. Тут мимо проходила Симка и увидела чайник. Тук-тук. Кто в чайнике живет? Я папус, любой прибор починятус. А я Мася, на все руки мастер. А ты кто? А я Симка, для людей невидимка. Можно я с вами жить буду? А? Конечно! Вдвоем жить хорошо, а втроем еще лучше. И стали они жить-поживать втроем. И тут мимо шел Нолик. Увидел чайник и тоже захотел в нем жить. Тук-тук! Кто в чайнике живет? Я папус, любой прибор починятус. А я Мася, на все руки мастер. А я Симка, для людей невидимка. А ты кто? А я Нолик. А в рифму к имени обязательно нужно придумывать? Я просто Нолик. Можно я буду с вами жить? Пожалуйста. И стали они все дружно жить да поживать. Но только вот беда. На кухню часто заходили люди и все время кипятили воду в чайнике. И, конечно, однажды чайник сломался. Фиксики его починили, но решили, что это уж очень беспокойное место. И решили переехать в новый прекрасный дом. А я знаю куда! К нам, в телевизор! Точно! И стали они там жить долго и счастливо. По-моему, уже очень поздно, и нам всем пора спать. Спокойной ночи, друзья! Спокойной ночи! Успокоить мы спим. Понравилось? Расскажи об этом видео своим друзьям. Нажми поделиться. А те, кто ставят лайки и пишут добрые комментарии, поднимают настроение не только себе, но и другим. Кстати, ты уже подписан на наш канал? Подписчики сразу узнают обо всех новых мультфильмах. Присоединяйся к ним скорее!